Что есть благо? Для него есть лишь одно определение. Благо есть желание в отсутствии страдания. В таком случае, что же есть всеобщее благо? Вычисление желаний или страданий большинства требует учета времени, как изменения? Каждый поступок должен оцениваться не только в отдельный момент времени, но и по сумме всех причин и последствий. Всеобщее благо таким образом составляет... Приветствую вас, сеньор! Общее желание за конкретный отрезок времени. Ты собираешься оторвать мою единственную дочь от семьи и дома и скормить ее миру, не дав никакой надежды. Пусть вместе с ней погибнет утопия, и я лучше покончу со всеми нами. Прощай, Элеонора. Мама будет ждать тебя. Вот они, отец. Не пускай их внутрь, пока я не заставлю воду закипеть. Используй плазмид! Отец, балластная вода испарилась. Произведи расстыковку. Подъемник затоплен, отец. Надо выровнять давление, иначе дверь не откроется. Разбей эти стеклянные трубы, чтобы затопить комнату.
отец! Мы выплываем! Скорее к лифту! Отец, мы падаем! Беги! Тогда, отец, сон о восторге закончился. Ты научил меня, что зло – это всего лишь слово. Это боль и формы, которые оно для нас принимает. Для тебя, отец, милосердие было победой. Ты жертвовал, ты продолжал борьбу, а когда предоставлялся шанс, ты всегда прощал. Мама считала, что этот мир ничто не в силах исправить. Но она ошибалась, отец. Мы – утопия. Ты и я. А в своем прощении мы оставили открытой дверь и для нее. Сон о восторге закончился, но, пробудившись, я возродилась. Этот мир не готов к моему появлению, а я уже здесь. Было бы так просто осудить их. Ты моя совесть, отец, и мне нужно, чтобы ты меня направлял. Теперь ты навсегда останешься со мной, отец. Твои воспоминания, твоя энергия. Ты будешь со мной
когда я буду в тебе нуждаться, подсказывая мне, как поступить. Если утопия — это не мир, а люди в нем, нам следует быть осторожными в выборе. Мир вот-вот изменится навсегда, и наша история о восторге была лишь началом.